летает и летает. Я ему что, донор, что ли? Каждые 5 минут кровь сдавать. Чё, ха-ха? Между прочим, у комара этот хоботок не одноразовый. Да, он его в кипятке не стерилизует. Я у врача спросил: доктор, от комара можно заразиться СПИДом? Он говорит: тебе чего, девчонок мало, да? Я говорю: меня девчонки не интересуют, меня интересует комар. А что, комар лучше? Что значит лучше? Меня комар так заводит, что я до бешенства дохожу. И как же это у вас происходит? Как у всех, ложусь в постель, он на меня. И что же дальше? Ну ничего, садится, пищит от удовольствия. А потом как хоботок свой пристроит. Куда? То в ухо, то в нос, то в руку. Смотри, какой извращенец. И что, вам это нравится? Я говорю: что, смеетесь? Он же всю ночь с меня не слезает. И что, вы всю ночь не спите? Сплю, когда он на мою жену перекинет. Доктор как закричит: а-а-а! И с инфарктом на пол свалился. Вот что эти твари с людьми делают. А вы говорите: маленькие. Они не маленькие, они большие. Ужас просто.